Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать, как завести терминал Teltonika FMB120 на сервер Vialon. И прежде чем я продолжу, хочу вам напомнить, чтобы вы не забывали ставить лайки, подписываться на мой канал, также писать комментарии, так как это помогает продвигать канал и также стимулирует меня снимать новые видео. Итак, для того, чтобы нам завести объект, нам нужно перейти в разделы объекты, выбрать кнопочку «Создать». В меню нам нужно ввести имя объекта, например, какая-то будет машина. 120 УК. Марку машины, например, Datsun. После этого, как мы ввели, нам нужно выбрать тип устройства, который мы будем использовать. Выбираем в данный момент Teltonika FMB120. После этого нам будет дан IP и порт, который нам нужно указать в устройстве. Тут удается в DNS имя. Но можно получить просто IP именно цифрами, которые нужно ввести. Это 185.213.1.24. Порт 21.446. После этого нам нужно ввести уникальный ID. Уникальный ID для Teltonika FMB это ее email. 15-значное число, которое мы сюда вводим. После этого нам нужно ввести номер телефона. Номер телефона также можно не вводить. С того, как мы ввели номер телефона, мы можем уже сохранять объект, если он настроен, трекер на наш сервер, он уже появится на нашем сервере. Но я вам рекомендую также выбрать эти флажки для счетчиков, также перейти в раздел «Дополнительный», выставить фиксированные ограничения. Если вам нужны датчики, команды или доступ, или другие параметры, которые у вас уже есть, вы можете их подгрузить через подгрузку дополнительных параметров сразу на все трекера, либо на один трекер отдельно. В данный момент настройка на сервере Vialon закончена. Можно сохранять объект и настраивать уже его физически, чтобы трекер вышел на связь. Надеюсь, видео вам было полезно. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем вам удачи. До свидания.